Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам то, что заснял в деревне, в отпуске. Наверное, все в курсе, что происходило вот совсем недавно в Москве. Страшная гроза, ливень, град. А что происходило вне Москвы? А вне Москвы происходил настоящий апокалипсис. У меня там стояла машина, я думал, что с ней будет после града. Все обошлось. Но сначала посмотрим немножечко Москвы, а потом перенесемся в Ярославскую область. Поехали! На Москву надвигается не знаю что. Война миров. Зашквальный. Какие облака странные, какие-то полосами какими-то. Ты видел? Да. Вот это да. Звездные войны. Это реально как звездные. Ой. Что? Ой. Вы заметили странный шум?
Там переверни тогда, что ли. Может, это они у нас тут харп свой. Там раздувалкой поделай. Че, сверкнул? Это не у нас. Поймал. Во. Во. Так. Ага. Затем? Да. Как там взрывать? Да. Ты шибало так, что... Вау. О. Куда он будет? Ты шпилил. Ой-ё. Не успел. Успел. Успел? Да. Успел. Вынести. О, блин. Там не кусать. О, успел? Да. Успел. Ай. О. Охренеть. Не снимался. О. А ранее до этого сняли НЛО. Это не самолет. Слушайте, звука вообще не было. Да, правда, звука нет. Второй раз уже был, но это было когда Лёшка. Я прям вижу, вот нормально так. Очень странно, если был бы самолет, то звук появился бы. Интересно. Вот смотри, сколько снимаем, звук не прилетает. А если от самолета, да, его звука нет. И ежик, да, тут бегает. Неправда, я не слышу никакого гула самолета вообще. Если как бы думать, что это самолет. Но самолет все равно звук. Нет, ну у них тоже есть звук. Интересно. Уже за дерево улетел, вот прям я здесь увидел. Вот такие вот пироги в деревне.
Да, интересно. Вот оттуда. Такие вот у нас тут летают. 15.3. И как бы... Как вы думаете, что происходит? А то, что Луна и Солнце прям рядом. Мне кажется, тут даже не 90 градусов, как я думал, а 45 всего. Вот она, Луна. Уже рассвет идет. А вот там Солнце. Из 15.3. Вот такие вот пироги. И чего? Как это расценивать? Да. Интересно. Ты ежик. У нас тут ежики водятся. Они все время, вот когда еще мы были маленькие, тут отдыхали. Постоянно ежика. У этого, у Генки там вообще ежиная семья жила. Ну, прямо во дворе. Вот на широкий формат сниму. Правда, как будто нарисованное озеро. Симуляция. Короче, мы в симуляции. Как сейчас везде. Говорят, матрица, симуляция. Не, ну это Махенджо-Даро, это же несколько тысяч лет назад, а там следы ядерного взрыва обнаружены. Геркуланум тоже. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вас, как всегда, удивил. А впереди еще много интересного. Например, вот это. Пока что секрет. Все еще впереди. Это супер. А для желающих поддержать автора, реквизиты на экране, а также в описании под видео. Остаемся на связи.